Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Таро Юлия Петрова. С вами Таролог Юлия Петрова. Вы на моем канале на YouTube. Как всегда, мы с вами встречаемся для того, чтобы, девочки, что чтобы что-что-что посмотреть расклад на нашего красавчика. Начнем мы сегодня с вами, как всегда, с сигнификации. А название расклада вы уже прочитали в топике расклада. Я хочу, чтобы мужчина сказал вам то, о чем он молчит. Давайте сегодня узнаем, что он там, о чем он молчит, помалкивает, ваш товарищ. Ну что, поехали. Давайте подумайте сейчас, сосредоточьтесь э, по поводу мужчины, загадайте его, и мы с вами поехали. Вперед из песни, девочки, вперед из песни. Сигнификация ваших отношений сегодня. О, у нас колода перевернутая. Ну что, ребята, все понятно, да. У вас отношения очень-очень сложные. Очень сложные отношения. Очень сложные отношения. Слушайте, я аж прям призадумалась. Но ну, первые две карты, да, чтобы вы понимали на минуточку, да, это башня, четверка мечей. Я бы тут сказала еще и в окружении остальных карт. Тут вообще просто абсолютно точно у меня на раскладе сегодня люди, у которых треугольники. А, треугольник это значит то, что есть в отношениях еще кто-то. Помимо э, вас двоих э, с мужчиной есть еще дополнительные лица. Понятно, да? Это первое. Второе, конечно, я бы сказала, что вы идете уже в женщине, в женщине, в королеве мечей, женщина, которая действительно уже устала ожидание, да, какое-то здесь ожидание чего? Ожидание стать королевой Пентакли, девочки? Ожидание того, когда вы встанете либо на место кого-то, да, которое у вас может быть занято другой женщиной, потому что идет треугольник, либо вы ждете, когда вы станете ценностью для этого мужчины. Когда наконец-то он осознает ваше, ваше величие. Когда. Но вы должны понимать, что мужчина-то идет пажиком, кубков невелик, так сказать, этот час удовольствия, потому что давайте еще посмотрим на вот эту карту. Да, карты, которые здесь падают, это отношения, где мужчина любит, но он все время где-то виляет задом, девочки. То есть, как бы задницу заносит на поворотах кто-то еще. Человек разбалованный, либо он находится в такой позиции по жизни, где ему все время что-то дается, что-то всегда э, большое количество внимания, да, например, то есть человек получает, либо человек, который очень привык, когда ему аплодируют, да, и говорят, какой он крутой, какой он молодец, какой он успешный, какой он товарищ у нас прям вообще вот прям не знаешь куда деваться, да, от успеха просто охреневший, да. Вот такой вот у меня идет здесь товарищ к вам сегодня на расклад. Я думаю, отношения у вас не э, активные, отношения достаточно пассивные. И я думаю, что это либо пауза, либо точка. Что скажет оракул наш по поводу ваших отношений на сегодняшний день? Ну, это мужчина, который сначала вроде как бы был завоевательским духом, а потом он как-то сдулся у вас, девчонки, потому что у него, знаете, у вас немножко разница, да, то есть как бы здесь идет замок, здесь идет... Маленький деревенский домик, как бы, ну такое впечатление хочется про вас сказать в отношениях. Не знаю, кто кому, но гусь свиней не товарищ, вот явно. И даже если гусь это он, девочки, то, ну как бы, это он так считает. То есть у него здесь идет такое, такой посыл, да, что как бы ты там типа потихонечку посиди себе, а я вот здесь в своем замке там по -по это пошикую. Может быть, это ваша позиция, где вы идете в замке, да, недоступности какой-то, мужчина в какой-то простоте душевной, в малых действиях, в малых каких-то поступках поступках, которые не имеют высокого класса. Да, мы всегда в мужчине ищем класс, девочки. Иначе, э, нахрена Козе баян, собственно, да, если. В человеке нет класса, а вы идете здесь аж королевой мечей, а здесь мужчина идет пажиком. Так что я думаю, что гусь-свинье реально не товарищ. Поэтому здесь действительно идет очень интересная сигнификация. Мужчина, который явно вначале был активный, а потом вдруг то ли возраст э, застал, собственно, либо кризис какой-то жизненный застал, либо человек просто... Утратил веру в себя как мужчина. Это может быть, кстати, и проблемы с потенцией девочки, с потенцией. Вот такая у нас нелегкий такой, между прочим, сигнификатор. Давайте смотреть то, о чем он хочет вам сегодня сказать. Ну, он хочет поспорить здесь с вами. Он хочет все время, да, из того, что из колоды падает. Он хочет с вами все время что-то доказать, показать, что он лучше. Э, вот посмотри, какой я классный, да. Так, что здесь он хочет вам сказать, о чем он молчит? Что, в принципе, он может даже считая, что вы Та женщина, у которой есть все Вы икнутый пряник Вы можете э, и так сказать, что трусы спереди и сзади, называется, помокреют А можете быть супер нежной Вот такой мягкой прекрасной, нежной королевой кубков, да А он король Пентакли Кстати, по картам, по э, стихиям, да Мужчина земля, да Женщина вода здесь идет Не обязательно, это не личный расклад, чтобы у вас тут совпадали прям стихии но, собственно говоря, девчонки, здесь важный момент того, что у вас идет похожая ситуация в предыдущем раскладе. Поэтому так часто бывает, когда парами записываю расклад, бывает так, что это для одной и той же категории людей расклады. Так вот, поехали дальше. Он здесь говорит о том, что очень давно у него к вам чувства. Очень давно и стабильные чувства, которые не меняются. Но он понимает прекрасно, что он держит тот самый, ну скажем так, я вам только буду самые такие важные карты поднимать, как всегда. Он держит в руках самый важный шанс. Он в руках держит весь мир ваших отношений но при этом, имея этот шанс, он все время как будто его херит, вот извините за выражение. Вот есть у него возможность быть с хорошей женщиной, провести хорошее время, иметь хороший разговор, хорошее дело, он обязательно это вот все сведет к нулю. Обязательно он сделает так, чтобы вы почувствовали себя не до. Обязательно он даст вам какую-то неуверенность в себе. Обязательно он вас в чем-то упрекнет. Обязательно он даст вам какую-то вот такую вот, найдет вот эту цариночку в вашем глазу, а у себя вот вот это бревно, он не будет просто абсолютно видеть. И он понимает, что он делает. Он понимает, что он строит возможные перспективы с вами. Возможно, это человек, который получает урок через вас. То есть с помощью вас он получает какие-то жизненные уроки. Жизненные уроки, которые приходят к нему и дают ему очень хорошо такой жесткой резиновой э, дубинкой по башке, да, полицейской такой, то есть вы его полицейские, девочки, вы королева мечей, не зря в сигнификации у меня упали, о, как, да, поэтому здесь у меня идет у спинтакли, да, рядышком, где он шанс вот этот вот все время хочет взять, вот этот ресурс, который он всегда готов принимать, где он говорит, что, ну, то, о чем он молчит, он понимает, что он этот ресурс берет, а потом он обесценивает этот ресурс. Ваше время взял, обесценил ваше время. Энергию взял, обесценил. Секс и тело взял, обесценил, да? И вы постоянно сидите и думаете, да что же это такое? И вроде же не дура, и собою хороша, и не дурна собой, как, скажем так, сказано у нас у классиков. И абсолютно женщина вроде интересная. И что-то здесь все время ему не так, да? Но дело в том, что вы... На сегодняшний день уже очень интересная королева кубков. Вы на сегодняшний день та женщина, которая имеет в себе мага. То есть вы уже знаете этого мужчину до сих, от сих до сих, потому что вы прекрасно его изучили. И вы можете сегодня, на сегодняшний день, управлять им так, как вам хочется того. Это то, о чем он молчит. Еще о чем он молчит, о чем он вам не говорит, что он скажет сегодня. Что есть у него любовь либо к ребенку, либо к семье, либо к человеку, который здесь для него очень важный. Но это человек как будто по статусу, опека какая-то, да, по статусу ниже человек. Человек, которого он опекает, человек, которому он может быть отцом, человек, ну, то есть мальчик, девочка, дети, несколько детей, да, либо это мама, которая здесь идет в ребенке, либо это женщина, которая ребенок, и вечно надо ей, извините, пожалуйста, ходить, это памперсы менять бесконечно. Есть такие женщины, есть такие женщины. А, как и мужчины, собственно, да, вот, поэтому я хочу вам сказать, что это то, что меняет и то, зачем он прячется в своем недействии, не шагам к вам, девочки, ну, самое интересное из этого расклада, что неизвестно, неизвестно, как бы он себя вел, если бы у него этих обстоятельств не было, потому что с одной стороны это правда а с другой стороны не факт что он бы осмелел если бы у него не было вот этой заботы то есть не факт что он бы пошел действовать да то есть он молчит об этом но он об этом думает понимаете что не факт что я бы а, осмелился прийти к этой женщине не факт что это ну как бы человек то есть у него есть вот это вот, Скажем, почему нет, да, и он понимает здесь, как бы, что он прячется за этим, почему нет. Это больше отмазка, отговорка, какой-то, знаете, дешевый такой местечковый вариант. Даже-то может быть семья на кону. Это может быть достаточно серьезно. Но он понимает, что если бы этого не было, он не факт, что осмелился бы все равно. Это интересные, кстати, вещи, которые он здесь мне говорит потому что он не факт, что он смог бы разрушить сейчас семейные отношения или отношения со своими бывшими женщинами, да, то есть не факт, что он сможет прийти к вам, не факт, что у него достаточно финансов, ресурса, секса, да, то есть здесь не факт, не факт, очень даже не факт, и он поэтому сидит там, где он сидит, Ему просто это легче, проще, удобнее. Ну, как бы... А вы женщина, которая, ну, явно неудобная про расклад, девочки. Удобством, собственно, от вас не пахнет. Вы женщина, в которую надо будет вкладываться. Женщина, в которую надо будет э, вливаться. Да, женщина, с которой надо говорить. Женщина, которую надо слышать и слушать и воспринимать. Понимаете? А это все здесь немножечко... Под вопросом. Еще оракул, что говорит, о чем он молчит. Он говорит, что у него такая вот дорога жизни, а вы можете все и сами. А где, девочки? Ваша ошибка здесь. Вспоминайте, пожалуйста. Кто мужчине сказал, а я сама, а мне не надо помощь, а мне вот это, а я вот такая вот вся умница. По жизни все сама добиваюсь, всю дорогу прохожу сама. Вот мужчины от этого и расслабляют свои батоны. Извините, за выражение, да? Потому что он человек, который нечестный здесь проходит, нечестный. И вы здесь женщина, которая ждет, наверное, какого-то романа, да? А он вор, который подкрался среди ночи к вам, да? И у вас забирает ваши ресурсы, вхожи в ваше сердце, в ваш замок, в ваш храм, в вашу душу. Понимаете? То есть он здесь охраняет свои территории, а вы должны всегда, получается, быть открытым для него, но он э, закрыт к вам. То есть он понимает, что а что он охраняет здесь? Давайте разбираться, собственно. Ну, вот расскажи ты молчишь об этом, а что ты охраняешь? Чего ты боишься? Он боится наказания от высших сил за э, боль, причиненную другой партнерше. За то, что он сделает выбор, он боится принять на себя ответственность. Конечно, он боится ответственность. Конечно, он боится потерять финансы. Конечно, он боится потерять финансы там, где у него деньги, там, где у него семья. Он боится, что от него семья отвернется. Он боится, что от него отвернутся его родственники, дети, мама и тому подобное. Он боится, что высшие силы будут наказывать его за неверность, но они и так все видят от того, что ты делаешь или не делаешь поступки. Ты обманываешь только себя. То есть, как бы по сути, человек лучше делает не себе, не вам, не той женщине, никому. Поэтому здесь не хватает сил просто принять какую-то одну сторону и сделать свой выбор. Какой тут может быть вообще выбор, если человек Рассчитывая здесь совершенно на высшие силы полагает. Прагматичный такой, да. Интересно, да, что он здесь защищает? Он защищает свои какие-то нажитое свое девочки. Нажитое то, что у него здесь какие-то отношения, здесь брак, дети, здесь идут люди, которые, друзья, что подумают: вот эти, что скажут вот те, да. Вот так, все сложно, 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 надо много знакомить, надо вливать в коллектив, в семью вас, это все нелегко, еще что, что он о чем молчит, что он нам хочет сказать здесь для вас, что он работал над собой, он пытался, но вот это вот, во-первых, пред, ну, предательство какое-то, он понимает, что вы и в доме не уживетесь, и не сможете с ним. Он уже показал свои не самые лучшие стороны. Вы не сможете девочки с ним жить. Вы не сможете с ним вести быт. Вы не сможете вести семью. Вы не сможете работать. Не сможете работать над этими отношениями. Потому что он уже сделал столько здесь ножевых ранений в сердце. Он уже столько шрамов вам оставил. Он уже столько раз себя... Показывал с самой нехорошей стороны, что вы уже просто, ну как бы он для вас, ну просто вот вообще какой-то, то вы уже его видите не в лучшем свете для себя, это очевидный факт здесь, то есть вы не спешите и не разбежались, вы еще и не отпустили и не разбежались уже к нему вот это вот, знаете, как бы скажем так, вкладываться в него. Слишком долго все было, слишком он затянул. И он это показывает. Он говорит, я растянул время. Я думал, что так будет честно, а на самом деле надо было принимать решение, которое он не принял. Здесь, конечно, очень такой сложный расклад. Так, еще что оракул скажет, чего он не сказал здесь. Ну, это момент того, что он надеется, все-таки еще надеется, девочки, что вы ожидаете его, ну, здесь идут две женщины, одна, та, которая его реально ждет, а другая, та, которая сидит, на, как принцесса на горошине, собирает все самые-самые большие его достижения, при этом это человек, который совершенно не заслуживает этих достижений, это женщина, а вторая, которая ждет, она как раз-таки и заслужила, да, Та, у которой прошло время, та, у которой, наверное, прошли, наверное, лучшие ресурсные такие годы, вы очень много сил в него вложили. И вы не столько даже пойти вперед хотите, сколько хотя бы понять, что вы можете жить как раньше. А вам это очень тяжело дается. Вы все равно ждете этого мужчину. То есть здесь как бы у вас идет оракул такой, что он, он это понимает, что вы его ждете. У него есть вот это понимание того, что вы готовы, чтобы он вошел в вашу жизнь. Но я тут уже не уверена, что вы готовы на самом деле по картам. Совет от карт для вас. Если вы любовница, здесь надо заканчивать отношения. Если вы женщина, да, и там, которая, скажем, либо жена, либо сожительница, да, но есть еще одна женщина, вы поймите, что ваши отношения распадутся, потому что все равно этой любовнице быть здесь, любовнице быть а мужчина при этом обманщик обманет не доверяйте ему ресурсы не давайте ему больше своей любви не давайте ему свое время потому что он этого не оценит вот такой вот у меня был сегодня для вас расклад расклад конечно сложный и знаете что самое самое сложное это наверное даже не сам расклад а столько осознание того что мужчина здесь настолько как бы, затянул время, столько вот воришка, да, время украл просто и у одной, и у другой женщины. Давайте еще на Оракуле совет. На Оракуле совет. Здесь, знаете, романтические отношения, которые ему приносят, знаете, тут одни отношения с ответственностью, другие любовные отношения романтические, и оба уже, вот этих момента, они приносят ему головную боль и Несчастье, потому что человек понимает, что вот так вот, ну, счастлив он не будет, потому что все равно придет момент, когда женщине надо будет что-то давать. Поэтому совет от Карт для вас, будьте там, где счастливы вы. И не делайте счастливым только кого-то. Вкладываться, конечно, надо в людей, но не до такой степени. С вами была Юлия Петрова. У меня на сегодня для вас все. Спасибо, что вы подписаны на канал, ставите лайки, пишите ваши комментарии. Всего доброго, до свидания.